Ведь на данный момент я нахожусь в Смоленске со своим оператором Константином из «Народного слова». Друзья, привет всем. И сейчас мы будем созваниваться с этими 12 друзьями Влада Бахова, ведь они сами заявляли, что они готовы со мной встретиться. Посмотрим, будут ли они отвечать за свои слова. Погнали! 950. Я пробовал включать диктофон. 707. 32. Да. Алло, Максим? Да. Это Коча, привет. Ну, понял. Слушай, я на данный момент нахожусь в Смоленске. Ты мне говорил, что готов со мной встретиться. Ну, я в Демидове. Ну, в Демидове. Мы можем встретиться? Ну, приезжай в Демидов. Ты можешь точный адрес дать? Ну, приедешь, позвони, я скажу. Ага, все. Слушай, когда мы там выйдем? Завтра. Завтра, да? Ты завтра там будешь? Ну, буду. Да. Все. А кто с тобой будет? Я дома буду. Кто-нибудь из этих 12 будет? А надо их? Ну ладно, сейчас я с ними тоже переговорю. Мы просто хотим мирно поговорить. Ты не подумай. Да и мне без разницы. Все, давай. В общем, только что мы звонили этим 12 друзьям, конечно же, в кавычках, Влада Бахова. И что же вы думаете? Мы начали с Максима Жумаева, и как ни удивительно, он принял звонок. И после того, когда мы с ним поговорили, мы сразу же стали обзванивать других друзей Влада Бахова. И как ни удивительно, они все синхронно перестали отвечать на звонки. Я лично предполагаю, что у них, возможно, есть чат, в который Максим слил данный номер телефона, и все они дружно хором добавили данный номер телефона в черный список, поэтому мы не можем теперь до них дозвониться. Или, быть может, это просто такое, знаете, совпадение. Здравствуйте. Здравствуйте. До камеры. Нельзя. А мы что-то нарушили? Не-не-не, я все объясню. А, все объясню. Ну смотри, Константин, как ваша фамилия? Самофалов. Могу посмотреть объяснить. Самофалов? Самофалов через Ф. А, через Ф. Да, Константин Владимирович. Подождите, вы сказали, к вам кто-то в отдел позвонил, что, мол, чтобы нас проверили? Инициативный гражданин, который боится, что мы привезли заразу из Москвы. Смотрите, ну, только, только чтобы я... Ну я-то не москвич. Держите, смотрите, читайте. Так, просто я убрал, кто звонил. Люди не хотят, чтобы знали. Угу. Я почерк плохо понимаю, но все. Вот, зарегистрированного КСП, вот от какого числа, это дежурная часть. Все, это будет материал проверки. Читаю. Парижская коммуна, гостиница «Респект», граждане-блогеры из города Москвы нарушают режим самоизоляции и предоставляют поддельную пресс. Она мне рассказывает, сижу дома, на самоизоляции, смотрю Инстаграм. В Инстаграме ребята напротив гостиницы «Респект» рассказывают, что вот они приехали с Москвы, она видит привязку. А мы не скрываемся как бы. Да. Понимаете, люди настолько все разные. Бывают тяжелые, бывают легкие, бывают спокойные, бывают нервные. Нет, ну вы знаете... Вот этот человек, вот не понравилось, что москвичи приехали. И тут ходят, снимают. Вот и все. Вы знаете, я как думаю, это по-любому связано, да, с делом Влада Бахова? Был Бахов, да, 100%. Да. Откуда оно? Кто знает, что с Баховым связано? А, ну, во-первых, они уже знают, Инстаграм, что... Там же написано. Да, они, во-первых, все знают, что мы уже приехали, что мы уже тут. Смотрите, заявителя мне надо опрашивать, 100%. Вот я ее буду опрашивать, если это действительно так. Я вам сообщу. Но мне так кажется, ну, Даша Дербан. Хотя, хрен его знает. С другой стороны. Не буду ничего говорить. Главное, чтобы... Ну, мы еще была... придем к Даше Дербановой. Что у меня есть год рождения? 24.03.1992. Вчера вы приехали, да? Вчера приехали в 1 часов 18 минут. На ласточке. 24.05.2020. Я с коллегой, да? С коллегой. Как фамилия? Нигматов. Михаил. Да, можно вкратце. М. А, ну да. Отчество. Камилович. Прибыли в Г Москва. Ой, в
ГС Смоленск. ГС Смоленск. Ну, поездит. А с целью рабочий, да? Ну, у нас съемки, да. Да. С целью рабочих съемок в городе Тимирязев. Все верно. При этом у нас имеются как-то, вы сказали, пропуск или как? Ну, электронный пропуск. Да, электронный пропуск. Ну, а мы же тогда выезжаем из Москвы. При выезде из Москвы. Будете проверять пропуск. Мы там ходим в масках и в перчатках. При выезде из... У нас с собой тоже, если что, маска. А из города Москвы или из Московской области? Ну, он из Москвы. Я из Московского, город Котельники. Ну, то есть, при выезде из Московской области не надо это? Только из Москвы надо. Ну, напишите в Москве лучше. В Московской области масочный режим. Короче, при выезде из Москвы мы предъявляли электронный пропуск. Да. Да. При выезде из Москвы. Сотрудникам полиции на станции метро Белорусская. Да я уже понял. Да я тоже не понимал. Прудникова. 100% Прудникова. Нет, это девушка, да? Девушка. Да как вы? Что вы? Как вас связывает? Никак. Я просто смотрел Инстаграм, увидела. То есть взрослые были какие-то, все сидели, смотрели, увидели, их это возмутило. И они позвонили. То есть ничего тут страшного нет совершенно. Короче, походили мы с Костей по этому лесу. И знаете, я могу сказать, что идите нахрен. Те люди, которые утверждают, что Влад Бахов мог дойти до того местоположения. Ну это просто нереально. Если здоровым людям там тяжело просто идти, то человек, находясь в таком состоянии, в котором мы помним Влада, туда чисто физически не смог бы добраться. Поэтому люди, которые так говорят, просто приедьте сюда и попробуйте вот походить по этому лесу, а потом же что-то заявляйте. Еще, кстати, рано утром к нам приезжала полиция. Спасибо, конечно же, нужно сказать 12 друзьям, в кавычках, Влада Бахова. Но, я так понимаю, просто испугать нас хотели, что вот, мол... Вот мы там типа якобы что-то нарушили, хотя мы ничего не нарушали. И чтобы мы попросту поджали свои хвосты. Вот, кстати, можете посмотреть. Вот сейчас вот этот шалаш. Вот просто здоровый. И знаете, вот я не отрицаю факт того, что если человек упадет с этого шалаша, он реально может разбиться. Поэтому все может быть. Да, постучись. Почему? Здравствуйте. А Максим дома? Мы просто поговорили. А вы можете ему набрать? Мы просто поговорили. В смысле не о чем? Он сам сказал, что готов. Я за него работаю. Я за него работаю. Костя, набери, пожалуйста. Сейчас наберу. Я знаю, что Максим дома. Не о чем с вами разговаривать. Стойте. С кем я могу поговорить? С отцом, да? Нет. Да стойте, девушка, стойте. Вы же понимаете, вот что парня, скорее всего, как мы предполагаем, убили. Зачем вы... Ты это заснял, да? Это что? Он дома, Максим дома, он не хочет со мной выходить. Блин, вот. Слушай, если я сейчас домой... Не надо, это называется частная территория. Да. Может, полиция. Хватит, хочешь. Не хочешь ты поедать, значит, не хочешь ты поедать. Отец же сказал, что будет за него разговаривать. Пусть разговаривает отец. Ну? Ну, так попроси отца. Короче, друзья, Максим... Его отец вот спрятались в этом доме, и никто говорить не хочет. То есть Максим сам мне вчера сказал, я с тобой встречусь, потом утром к нам приезжает полиция, и теперь, когда вышел его отец, открыл окно, он сказал, я буду говорить за Максима. Хорошо, мы отошли, мы позвонили Максиму, Максим не берет трубку, отец теперь тоже никак не реагирует. Ты заснял, как там эта сестра окно открыла, да? Отец подбежал, вот так резко закрыл. Вы что боитесь-то? Они сейчас сами заставляют народ думать, что они что-то скрывают. Выйдите на связь, объясните, что случилось. Ну, пошли теперь других поищем. Пойдем. Это у нас дом Кирилла Бахрамова. И мы уже в течение 5 минут стучим, но нам никто не открывает дверь. При этом я прекрасно слышал, что дома кто-то находится. Но сейчас вдруг внезапно... У нас настала тишина,
Они решили спрятаться. Вот я стучу. Пожалуйста, не прячьтесь. Я хочу просто поговорить. Нет, ну что, я сколько стоял? Я нормально до этого стучал по-человечески. Ну, типа вот, ну зачем они так делают? А потом про меня в группах всякие гадости пишут. Мы так и будем в молчанку играть? Просто выйдите. Давайте просто мирно поговорим. Алло. Ну просто вот, ну блин. Пошли, ладно, Кость. Там дверь открыта. Все, мы поняли. Там дверь, да, открыта? Я сам снял. Вот, все, мы поняли, что это за люди. В общем, друзья, возвращаемся мы с Костей в Москву. Очень сильно устали. Ну а с вами был Коча ТВ и Народное Слово. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой YouTube канал и Instagram, жмакайте на колокольчик, потому что сейчас YouTube вообще редко уведомляет вас о самых новых видеороликах, и распространяйте данный видеоролик. Пусть россияне знают правду. Всем спасибо, пока-пока!